Огошечка наш примлел тем временем, друзья. Я прям не знаю. Гоша мне дает расслабиться и дает возможность о чем-то поговорить и рассказать. Маруся такой возможности мне не дает. Мне надо постоянно ее придерживать, что-то там это. Но все равно она уже изменилась, стала гораздо лучше. Вы сами видите на видео, что девчонка стала лучше, спокойнее. Слушай, Гошка вообще примлел. Ему душика нравится, да? Угу. Маруська душа боится. Стой, стой, ты сейчас течешь. Стой, стой, я сейчас полотенце принесу. Да он будет стоять. Стой, стой, Гошечка. Стой, стой. Мамочка принесет сейчас и пойдем. Стой. Тебе тяжело его брать? Это нет. Давай, ребеночек. Маруська. Ты уже накупанная, так что жди. Ты его будешь на тош феном? Да. Вот этого одуванчика. О, он сразу у тебя выбирает что-то там. Ой, с разгону мамочку обнимать. С разгону мамочку обнимать надо. Так что, друзья, кому сейчас нелегко, кому тяжело, у кого что-то там болит, мы с вами. Держим кулаки за вас, мысленно с вами. Заходите на наш канал, мы будем стараться вас поддерживать своими видео. Может быть, у вас отбросятся с головы какие-то нехорошие мысли. Вы забудете о чем-то. О плохом. Подумайте о хорошем. Садись, садись, котик. Я тебе животик вытру. Памперс принести, Наташ. Ой, друзья, хотим посушить его. Мне так нравится эта сушка. Кто-то говорит, что вредно. Я не совсем верю в это. Кто знает получше, напишите в комментариях. Кто говорит, что вредно это сушить? Мне кажется, что нет. Сереж, у него шерсть очень длинная. Я боюсь, что он замерзнет. Ну, давай. Иди.
такая мордочка. Какой он хороший, послушный, не убегает, не боится, не шугается. Я, по-моему, даже орден за мужество выдал бы кавалерии. Ну, это вообще такой вот, и сразу мамочку ухаживать. Пахнет? Ага, вкусненько пахнет. Пушистик такой. Немножко подсушила. Друзья, передаем привет. Привет свой на Украину. Там много нас смотрят. Во Владимир, Виктории Ручицыны. Потом Светлане Морозовой в Москву. Нашей постоянной зрительницы. Ой, много кто нас смотрит из Греции и из Белоруссии. Потом, Наташ, кто еще? С Испании, с Америки. Кто-то постоянно пишет нам. С Японии Сережа пишет. В общем, с Бразилии, с Испании, с Греции. С Германии. С Германии кто-то написал. Шлем вам привет из России. Всего вам хорошего. Заходите на наш канал, подписывайтесь, заходите в нашу дружную семью, всем рады. В общем, всего вам доброго, хорошего, наилучшего. Пока-пока, друзья. Берегите друг друга.